Это как, две чики пришло? Это реально? Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, самая популярная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Сережка, скажи веселые слова. Всем привет, филилить. Серега будет нажимать кнопки, я буду выживать. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. Ну что, Серега, какая-то у нас будет ночь. 500-я. Ребята, досмотрите ролик до конца. Будет веселье, понятно. Веселье уже началось. Хорошо, хорошо. Эй! Да стой. Быстрее. Так, пока мы двери закроем, потому что я понимаю, что Серега мне не даст никак протянуть. Есть большой плюс, что на этой карте нет энергии. А, есть энергия. Господи, мне не повезло втройне. Максимально будем держаться. А ты мне дашь когда-то двери открыть или нет? Да, конечно же, когда рак на горе свистнет. А раки не умеют свистеть. Получается, ты мне никогда двери не дашь открыть. Ну, научится. Лет так через 500. Так, я могу на стуль сесть? О, сидим на стуле. Отдыхаем. Фонарик в голову вставил. Так. Ушли? Ушли. Я могу открыть двери. Нет, тут не могу. Здесь могу. Отлично. Вот, блин, Фредди стоит опять. Углы обсыкает. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы стараемся поднять настроение каждый день. И в последнее время выходит даже 2 ролика в день. Кто смотрит за моим каналом, тот обратил внимание. Эй! Блин, я уже боюсь. Приходят аниматроники, я закрываю двери, хотя не надо этого делать. Так, ушел, да? Отлично, давайте откроем. Так, пока мисс тащит. Вот ты дурак смотрит на меня уже. Эй, это ты быстрее. Это стрёмно. Я уже боюсь, что Голден Фредди приходит, я мгновенно умираю. Почему так? А надо прислушиваться, там он звук издает такой неприятный. Звук неприятный, это когда звук пердежа. Нет, это вонючий звук. Так, 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 здесь ничего у нас не происходит. Здесь. Здесь открываем, здесь закрываем. Закрывайся, калитка. Фух, блин, она еще с опозданием. Короче, что, на двери пин есть или что такое, непонятно. Да почему дверь открылась? Дима, ты зачем ее открыл? Я ее открыл разве? Да. Тихо, тихо, тихо. Марионетка! 500-я ночь дает. Да ладно, какая 500-я ночь, шкатулка. Я буду шкатулку жать. Шкатулка. Бонька пришел. Так, так, так. А за ним Фредька. А нет. Во. А как мне вообще проходить 500-ю ночь? Спидранить. 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 Спидран по Гаррис Моду FNAF пиццерии. Да это что? Надо просто, чтобы были очень длинные руки. И я держал кнопки одновременно на двух дверях. Это невозможно делать. Одному вообще же... очень страшно играть, очень. У тебя же не 8 рук, как у паука какого-то, да? Ну, ушел, отлично, я могу открыть эту дверь и воздуха свежего вдохнуть. Да ты задрал, фиолетовый челепиздрик. Да ну задралы. Открывай. Отлично, отлично. Здесь. А ты... Ну, господи! Облом. Ребята, напишите в комментариях советы, как в таком случае, как в такую ночь вообще проходить? И вообще, возможно ли это? Мне кажется, это невозможно. Уже стулья тут падают. Я нервничаю. Да, правильно нервничаешь. 500-я ночь, как-никак. Так, он стоит. 2 Фредди пришло. Вот, идите кушайте. Один ушел. Отлично. Так, этот не убивает, когда стоит возле двери. Тут ушел. Отлично. Все, открыто две двери. Ну, энергия тут подходит. Не садится. Кто подходит? Труп. Это было нелегко. Я хотел сказать, что это очень легко, но нет. Не могу этого я сказать. Так, берем УЗИ. Которым я могу испугать только мух.
Аниматроникам не страшно твое УЗИ. Они ничего не боятся. Так как я ж не слышал никаких звуков пердежа, я ничего не слышал и все равно проиграл. Да ладно. Не, никаких звуков не было. Я на монтаже еще пересмотрю, но вроде ничего не было. Если ничего не было, надо тебе было на заднее окошко посматривать. Сзади же тоже есть стекло. Там может Golden Freddy вылазить иногда. Не надо. Или, ты, или это музыкальная шкатулка ты не завел. А, может быть. Так, давайте удалим вот этот стул. Вот и Фредика. Хорошо, хорошо, я запомнил его лицо. Это было жестко. Слышь, я ловлю скримеры, не находясь в офисе. Что за баги? Потому что двери открыты, там никого нету. Ну ты же живой остался. Наверное, да. Мне эти аниматроники вот снится будут. А вот и Фокси. Эй, Феликси. А вот и Бонни. Шкатулка, шкатулка. Давайте поклацаем камеры. Если такое возможно. Нет, это невозможно. Чика? Бонни? Вот как пройти? Вот как? Если а это никак. Невозможно. Люди же как-то проходили. Ну там. Да. Вот и ты пройди. 500-ю ночь не существует во ФНАФе. Это выдумал ты сам. Да. Да как дверь открылась, если она была закрыта? 500-ю ночь, Дима. Это что, у нас получается открывание рандомной двери еще происходит? Да. Такого я еще не видел. Ах ты жопа. Ребята, я попрошу вас написать в конце ролика, сколько раз я проиграл. Ты будешь жестко, мне кажется, очень. Мне кажется, ты здесь больше всех умер, чем во да. всех других роликах. Самый проигрываемый ролик во ФНАФе. Я уже не знаю, как мне тут выжить. Разве что убежать куда-то на улицу. Можно, кстати. Но позволят ли тебе аниматроники это сделать? А если я тут постою, я смогу проиграть или нет? Нет. Я живой. Я хитрю. Я вышел с офиса и стою, наблюдая, как ты меня мочишь. Ах, ты ладно, ладно, ладно. Иду назад, закрываю двери. Так, шкатулка. Шкатулку не надо заводить, насколько я вижу. Ничего не светится. Должен восклицательный знак, насколько я знаю. Здесь светится, но ничего. Аниматроники пока по пиццерии разошлись. Так что можешь отлично. Вздохнуть. А Фокси это уже сам к тебе идет. Я не знаю, почему он к тебе пошел. Да ты обманул меня, тут челик пришел и замочил меня. А у меня по карте показывают, что Бонни стоит в, на складе. Почему это он на тебя напал, без понятия. Так что вот не еще знаю, раз. Не знаю, не знаю. Правило номер один. Не доверять Сереге. О, я вижу Фокси. Это хорошо. Так, Фредька стоит, Бонни стоит, Фокси стоит. Фокси поднял руку, это значит, он будет бежать. Отчитываем 5 секунд, и Фокси бежит. Так, так, так. 3, 2, 1, 0. Фокси, беги. Нет, не бежит. Может, камеры зависли? Нет, он бежал, кстати говоря. Ты что, не видел, как он... Не, у меня камеры, значит, зависла картинка. Да-да-да, я понял. А, вот так, значит. Странно все как-то работает очень. Да, веселая серия. Я не могу ничего сделать вообще. Че такое? Умираешь? Ну нет, конечно, погибаю. Вымирай. Самое обидное, что очень сложно играть в этот ФНАФ, и в итоге тебе дадут зарплату $1. Ну что за говно? И сколько там дают? $20 дают за 5 дней? Или сколько? Я уже не помню. 120. А, ну тогда за сотку 20 можно. Да ты смотри, что делается. Окружили со всех сторон. Да вообще нереально пройти. Это как? Замуровали демоны. У нас была 99-я ночь, 100-я. 500-я не было никогда. Вот. Теперь есть. Ого. Ого.
со всех сторон раз, окружили. Раз, два, три, четыре аниматроника. Шкатулка, шкатулка. Я нажал на шкатулочку, я увидел. Ля-ля-ля-ля-ля. А надо много раз нажимать. Я буду много раз нажимать. Нажимаю. Я жму. Жму, жму, жму. Слышь, и ты нажимаешь, я вижу, да? На что? На что, на что? А у меня восклицательный знак пропадает и сразу появляется. Я думал, ты нажимаешь тоже. Нажимай. Нажимаю, нажимаю. Это жесть, какой-то трэш. Так, вроде все, шкатулку завел. Что у нас тут, а? Фредька стоит. Я уже привык, открой, что они стоят. Да как открыть, если ты мочишь? Да откроем, открой эту дверь. Эй, я же что-то вляпался. Да ты, эй, Бонька, иди отсюда. Не уйду. Стоим дальше. Жмем шкатилку. Ого. Ого. Сейчас Golden Freddy будет. Хотел стекло удалить, но то ладно, не получается. Golden Freddy будет? Да. Давай, выпускай Кракена. Ой, по жопе ему надо ехать. По спиняке. Что-то не приходит. Ты выжил? А я вышел с офиса, ты ж предупредил. Ах ты кабан. Скримеры прилетают, но я живой. Ух ты, блин, я хотел открыть дверь и опять выбежать, но это не сработало. Хорош, Фокси замочил тебя. Быстрее, 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 быстрее закрывайте двери. Фух, успел, успел, успел. Какого фига? Это что было, марионетка? Да. Так я же нажимал на шкатулку в это время. А у нее закончилось время. Время, не кончайся. Так. О, стоит красавчик. Пурпул Фредди. Здесь у нас чисто, можем открыть двери. Немножечко подышим свежим. Эх! Здесь он стоит? Ушел. Отлично. Тащим. А почему он мгновенно убивает, если его даже не прошло какое-то время определенное, и он сразу мочит? А может... ты забыл, Дима, надо 5 секунд подождать. А, на этой карте. Я они знал. Не полностью. Видишь, тоже помнишь. Ну как пройти эту ночь? Ну никак, это 500-я ночь. Непроходимо. Я уже думал, что... Я думаю, что раз 20 я точно умер. В лучшем случае. Да больше. Больше, да? Надо будет таймер сделать, сколько раз Дима умер. Смех отчаяния. Если я тут открою дверь и сразу выбегу. О, две двери открыто, давай, иди. Меня не убить так теперь. Теперь я буду жить вечно. Это как? Две чики пришло? Это реально? Одна чика... О, я знал, что такое будет. Я живой. Нет? Да. Слышишь, была одна чика стояла возле двери, а другая чика стояла в коридоре. Это баг или так и должно быть? Это фантом чика. Да, фантом чика. Испоганься. Так, так, так. Эй, Сережка, ну как? Ну никак. Ну пожалуйста, как-то дай выжить. Не выпущу. Это нереально себе пройти. Нереально. Это знаешь, это даже не 500-я, кажется, ночь, а миллионная какая-то. Тогда я помню начало этой ночи, сразу слился. Я думал, что анимат... Опять открылась дверь. Я думал, что аниматроников можно, ну, каких-то сложных вызывать со временем. А получается, с первой секунды можно. Это трэш. Тупо со всех сторон. Это трындец какой-то, это нереально вообще выживать. Чика? Фредди? Не выпущу тебя. А! Я просто думаю, зайду и посмотрю, какой ты наглый. Это ж надо, нажимай тут миллион кнопок. Прикольный офис у тебя здесь, то хватит мне... Если вам понравился этот ролик и вы хотите еще, ставьте палец вверх.
подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотри следующий ролик.